У микрофона Ольга Болезина, и это «Красоты радио». Омега-3-6-9 – магические числа из области полезного питания и заботы о себе. Попытаемся разобраться, что это такое, надо ли их принимать и как. У нас в гостях фитнес-тренер, нутрициолог Мария Казакова. Многие люди заказывают, да, какие-то БАДы. 3-6-9 кто-то дополнительно употребляет в рацион, а кто-то просто омегу-3 пьет. Я, наверное, поддержу больше вторую категорию людей, потому что омеги-6 в наш рацион абсолютно достаточно. Омега-9 вырабатывается в организме, а вот омеги-3 недостаточно. То есть из всех ненасыщенных жирных кислот ее всех сложнее с продуктами питания получить. Вообще соотношение правильное. Омеги-6 к омеги-3 один примерно к 4, один к 5, а в идеале один к 3. Эти кислоты есть в рыбе, авокадо, там, в орешках, да. Просто омеги-6 там много, а омеги-3 меньше. То есть, соответственно, продуктов нужно скушать больше с точки зрения правильного питания. Нет установки, чтобы есть тазиками. Поэтому омеги-3 можно, да, дополнительно извне, скажем так, подключать. А зачем нам вообще эти омеги, кроме ногтей и волос? Это так называемая подушка безопасности для каких-то телесных повреждений. Влияют на наш гормональный фон и на нервную систему, на работу головного мозга. Когда мы говорим о кислотах омега-3-6-9, чаще всего имеем в виду масло в качестве питания. У каждого масла наверняка баланс кислот свой. Какие бы вы рекомендовали с точки зрения именно количества, чтобы омега-6 поменьше, омега-3 побольше? Ну, я бы рекомендовала всегда читать составы в первую очередь. Это не касательно масла, это вообще любой продукции. И смотря, какую цель преследует покупатель, да, потребитель. Если это, допустим, масло используется для заправки салатов, можно выбирать одну группу масел. Если мы, допустим, хотим на этом масле жарить, то, конечно, выбирать масло с высокой точкой дымления, которая подходит именно для жарки. Так, подождите, жарить? Вы не отрицаете такой вид обработки продуктов? Я считаю, что можно на капельке масла. В этом нет ничего страшного. Сейчас очень много и различных антипригарных сковородок, сковородок-гриль. У нас партнер сезона — рапсовое масло от Лебяжского завода растительных масел. Давайте сейчас мы этикетку у них почитаем. Здесь по составу масло рапсовое, омега-3, омега-6 в идеальной пропорции. Минимальное среди всех растительных масел содержание ненасыщенных жиров, витамин Е, о чем я говорила, да, высокая температура горения, это очень важно, то есть это плюс, то есть на нем можно жарить. 100% натуральное, без различных добавок. Хочу отметить, что мне нравится именно вот в этой упаковке то, что масло находится в стеклянной темной бутылке. Это очень важно, потому что сроки хранения масла значительно увеличиваются. Так как бутылка темная, туда меньше проникают различные ультрафиолетовые лучи. Это очень важно. Соответственно, масло не прогоркает, то есть дольше хранится. Что касается баланса омега-3,6 в масле Унши, производители указывают соотношение 1 к 2. Для сравнения, в оливковом 1 к 20. А найти рапсовое масло Унши стало теперь гораздо проще. Оно продается на Озоне и Wildberries, а на сайте unsha.rf можно найти карту точек продаж по Кирову.